Гриш, привет! Вот смотри, какой для рыбалки электрический ты хотел. Стоят по городу на прокат. Можешь зарегистрироваться на сайте, платить прямо, тоже называется бликом, при помощи телефона. Покатался, оставил. Кому надо, в интернете найдут, где можно взять. Вот такой, смотри. В багажнике можно выпивку, закуску спрятать, двухместный, ляпота. Да, там инструкция, регистрируешься и вперед. Недавно давали вообще бесплатно покататься, рекламная акция была. Так что, не знаю, украсть не получится, Гриша, там где-то в нем маячок стоит, сразу вычислят. Так что лучше ты сюда приезжай. И рыбы здесь побольше. Давай.